Вес 2 килограмма, толщина 20 сантиметров, более 1400 страниц. Это самая толстая метрическая книга в Приднестровье. Ей больше 100 лет. Потрепанный переплет и выцветшие страницы. На них дни рождения, смерти и заключения браков. Всего 16 поселений. Незавертайловка, Глиное, Чобручи и не только. Что необычно для метрических книг. Как правило, в одной книге один год и привязка к одному селу или городу. Есть версия, что это дубликат. Это разные церкви. Возможно, когда переплетали. Херсонская духовная консистория. Может быть, это, как моя догадка, второй экземпляр, который должен был храниться в консистории. И в него сложили за один год много церквей. Двуглавый орел, сургучная печать, рукописные вензеля. Это метрическая книга Единоверческой Покровской церкви, город Тирасполь, год 1882. Вот, к примеру, страница о бракосочетании. Тираспольский мещанин и жена умершего отставника бракосочетались. Да? Указано, сколько лет было жениху, 45, сколько было невесте, 38. Также указывалось, каким браком сочетается невеста либо жених. Здесь, в принципе, очень много информации. Да, здесь не указано конкретное место жительства, конкретный адрес, но из сведений о том, что это тираспольский мещанин, можно сделать вывод, что он проживал в Тирасполе. Либо Полтавской губернии, либо бендерский мещанин. То есть указывались не только вероисповедания, но и сословия. Всего в архивах Минюста более 340 метрических книг. Это порядка 82 тысяч страниц истории.